Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. От Иоанна Святое Благовествование. Божественная сила Слова сегодня уже мало у кого вызывает сомнения. Народная точка зрения, хоть горшком назови, только в печь не сажай, относится более к фольклору, нежели к реальной жизни. Имя человека – указующий перст в его судьбе. Одними из первых это поняли православные священнослужители. Образ провинциального батюшки, мало чем отличающегося от обычного крестьянина или городского мещанина, в XVIII веке сходит постепенно на нет. Духовенство становится одним из наиболее значительных и просвещенных сословий России. Появление и развитие русских фамилий было обусловлено в церковной среде прежде всего местом пасторского служения, библейскими темами, а то и наивной тягой к наиболее прекрасным и благородным из творений Божьих. Так появились целые династии елабужских и слободских, вознесенских и спасских, фаворских и синайских, тюльпановых и аметистовых. Фамилия известных русских художников Александра и Павла Сведомских из этого же ряда. По сути, все ее носители жили, творили и совершали добрые дела, будь то сведомо Божьего. Основателем этого славного рода стал пермский священник, отец Гавриил Сапожников. XVIII век с петровскими преобразованиями взбудоражил весь Урал. Как и многие уральские города, Пермь начиналась с завода, но быстро доросла до губернской столицы. Недавнему студенту богословия и было-то чуть более 20 лет, когда начинает он служить в самом первом пермском соборе Петропавловском. Служит Гавриил Филиппович усердно, за что не раз отмечен духовным начальством. Но помимо церковной службы, есть у молодого священника еще одно важнейшее дело. Он пишет летопись своего собора, своего города. Вот лишь некоторые из зафиксированных отцом Гавриилом фактов. В 1782 году, августа 12 дня, «Я, императорское величество, благочестивейшая великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, всемилостивейше пожаловала в Пермский Петропавловский собор священной одежды и ризы». Другая запись по 1798 годам сообщает: в том же году, к вящему замечанию, марта 24 дня, на реке Камя тронулся лед. 27 марта совершенно вскрылось это льду накануне Пасхи. И снег весь согнан был, и по улицам было сухо. А мая 12 дня по полуночи, в 5 часу при северо-западном сильном ветре, было землетрясение, как во всем городе, так и в окрестностях Онова. Церковные и светские события, служебное перемещение, природное явление – все это вместило в себя рукопись отца Гавриила. Его труд, получивший название «Пермский летописец», давно стал классикой краеведения. Сапожников, он очень яркий представитель вот этого церковного краеведения. Ну, вообще священники занимались краеведением часто и по необходимости, поскольку это велено было им писать вот эти истории своего храма, своего прихода, но были среди них люди, которые делали это с огромным увлечением, с желанием, с большим. И вот Сапожников как раз писал именно так, потому что нам чем сейчас интересен этот список, потому что там все-таки не только история храма, а там совершенно замечательные вещи, которые во многом написаны им как свидетелем, как очевидцем. Пермский летописец впервые был опубликован в 1863 году. И с тех пор традиции вести хронику жизни родного города в Перми практически не прерывалась.
И уж, конечно, не из одного только благозвучия священник Гавриил Сапожников переписал своих детей на новую фамилию – Сведомские. Это был своеобразный указатель жизненного пути, знак родовой принадлежности к пастырскому сословию, несущим людям свет и просвещение. Из первых Сведомских самый заметный в пермской истории Михаил Гаврилович. Священником он не стал, но дослужился до коллежского асессора, по табелю о рангах чин 8 класса. Два ордена, дворянство, усадьба и заводы в Осинском уезде. Живи помещиком на покое да радуйся. А Михаил Гаврилович на свои собственные средства строит в заводе Михайловском церковь. Поскольку он был сам православным и сыном Гаврила Филипповича, да, Сапожникова, который был ключарем кафедрального собора в Перми, который был членом Пермской духовной консистории, естественно, что он был человеком глубоко верующим, это без сомнения, и он, наверное, своим долгом считал поставить церковь там, где будет его имение. Ну и, наверное, я думаю, что он мог получить благословение на это архиерея, то есть архиепископа Аркадия, потому что здесь действительно было место староверское. Пермский архиепископ Аркадий личностью был удивительной. Прославился он прежде всего миссионерской деятельностью и крутыми мерами против раскола. Поскольку Осинский уезд в Пермской епархии считался наиболее староверским, инициатива помещика Сведомского нашла полную поддержку у архиепископа. Владыка вообще умел располагать людей к жертвам на церковное строительство. Из пермских иерархов при нем было более всего построено храмов. Он лично осветил очень много храмов. При нем количество храмов, не побоюсь сказать, примерно на треть увеличилось. И, как пишут, например, верхоланцы в своей истории Перми, он пишет о том, что Аркадий лично знал каждый приход. То есть он очень много ездил по епархии, и здесь он бывал на освящении церкви. Новый храм освятили во имя мученика и исповедника Михаила, князя Черниговского, небесного покровителя Сведомского. Вскоре в приход Михаила Черниговской церкви входило уже 16 деревень ближайшей округи. Описание имения, составленное в 1861 году, сообщает: духовенство проживает в господских домах, землей под огородами, сенокосами и выгонами пользуются неограниченным количеством в разных местах дачи. Сверх того, получают они от заводской конторы содержание 283 рубля 43 копейки серебром, прислугу, дрова и свечи. Почти полвека и храм, и его служители содержались на средства заводчиков Сведомских. Не забыл храмоздатель и о своей родной Перми. В эти же годы им перестроена деревянная Успенская, бывшая Всехсвятская церковь, на старейшем пермском кладбище Ягошихинском. Историки предполагают, что у ее алтаря упокоился первый летописец Перми, отец Гавриил. В эту же освященную землю в 1847 году лег его сын Михаил Гаврилович Сведомский, вполне оправдавший данную родителям фамилию. Но и сегодня, спустя 160 лет со дня его смерти, все сделанное этим удивительным человеком привлекает внимание любителей родной истории. Я пришел к выводу, кстати говоря, что архитектором заводской церкви Михаила Черниговской и архитектором Всехсвятской церкви, деревянной, на Ягошихинской площади, был один и тот же человек, один и тот же архитектор, если это вот губернский архитектор того периода. Но это со знаком вопроса еще. И поэтому мы должны быть благодарны, во-первых, Сведомским за то, что вот они
эту духовную сторону жизни не оставляли без внимания, потому что мы знаем, что чудили, чудили заводовладельцы по-всякому, по-разному. Самыми известными из владельцев родового имения в заводе Михайловском являются, конечно, художники Александр и Павел Сведомские. Пермский священник Гавриил Сапожников доводился им прадедом, а Михаил Гаврилович Сведомский – двоюродным дедом. В усадьбе завода Михайловского мальчики провели детство. Да и много позднее, став известными художниками и поселившись в Риме, каждое лето они будут стремиться в свое прикамское имение. Меж тем общественные перемены в России уже начали сказываться на угасании дворянских гнезд. Заехавший в гости к художникам известный публицист Владимир Дедов писал: «Старое гнездо приуральских помещиков, по-здешнему заводчиков. В старину жилось должно быть привольно. Вон сколько построили домов, навалили такую высокую и широкую плотину, соорудили большую церковь. Теперь не то. Мужик идет в переселение, барин ушел в отхожий промысел, в города, в адвокаты, сочинители, живописцы». К 90-м годам 19 века Михайло-Черниговский храм уже перешел в ведение духовной консистории, но и тогда он остался неотъемлемой частью михайловской жизни. Не один раз эту церковь запечатлел в своих картинах Александр Сведомский. Под ее сводами в 1896 году он обвенчается с Анной Николаевной Кутуковой. Павел же Сведомский, обладая острым зрением исторического живописца, в родных местах пытался разглядеть душу народную. В Михайловском он и задумал написать картину «Юродивый». Там и сделал с натуры первые наброски. Николай Прахов в своих воспоминаниях писал: «Давно ушедший в область преданий тип заинтересовал художника личностью человека, юродство которого заключалось в том, что босой, летом и зимой он бегал целую ночь, а на рассвете забирался на печь в первой попавшейся крестьянской избе, в людской помещика или на кухне у попа. Отсыпался, хозяева кормили, а он рассказывал о тех местах, где побывал за многие годы жизни. Бывал и на старом, и на новом Афоне. Умный был мужик, — говорил Павел Александрович, — совершенно не сумасшедший. Замаливал таким юродством какие-то старые грехи. На голом теле носил власеницу, а когда помер, нашли тяжелые вериги на спине и груди, железные кресты 1,5 пуда весом». Эта картина, хранящаяся в Художественном музее украинского города Кировограда, и сегодня не оставляет равнодушным никого из посетителей. Иступленная энергия русского характера, что в грехах, что в святости, доходящая до самого края, поражает каждого. Русское юродство, еще в 18-м столетии лишенное церковного признания, во времена Сведомского можно было обнаружить лишь в глухих уголках, в самой гуще народной жизни. Впечатляет в этой картине все. И сам герой, столь не похожий на обычных людей, и зимний ночной пейзаж с занесенными снегом избами, и абсолютная достоверность мельчайших деталей. Детали картины и вправду не выдуманы. Ее автор рассказывал, что палочку с лошадиной головкой юродивый увидел у помещика, куда забежал из людской, схватил и сказал: «У тебя, барин, коней на конюшне много, а мне скорее на палочке скакать». Он не просто уходил, а всегда убегал неожиданно. Так вскочил на скамейку у светлицы попа, схватил с полки иконку и, убегая, крикнул хозяину: «У тебя, батя, Бог в церкви всегда сидит, а мне волков пугать будет хорошо». Павел Александрович подарил картину Адриану Прахову, с кем связывали его годы работы над украшательством Владимирского собора. Именно профессор Прахов, знаток древнерусских храмов и фресок, руководил его росписями.
Он и пригласил поработать таких незаурядных и абсолютно разных живописцев, как Виктор Васнецов, Михаил Нестеров, Михаил Врубель, Павел Сведомский, Вильгельм Катарбинский. В росписях принимали участие и украинские художники. Строящийся четыре царствования Владимирский собор привлек внимание всей страны. Это был духовный памятник не только князю Владимиру, но и самой России, русскому искусству. Россия перед эпохой новых испытаний будто остановилась и оглянулась на пройденный путь, чтобы увидеть, что вскоре ей предстоит надолго потерять. Не случайно Владимирский собор уже тогда называли первым национальным храмом в новейшей истории страны, а его росписи – переломом в русской живописи. Для русского искусства это время освоения творческого наследия предыдущих поколений, время возвращения к своим истокам. Да и сам собор украшался в духе эпохи князя Владимира Крестителя. Рубеж века, он как раз отмечен вот таким всплеском религиозности. Причем это было ведь во всем. Это было не только в храмовой росписи. Это, во-первых, интерес к древнерусскому искусству вообще. Это архитекторы в стиле а-ля рус работали. Это какая-то всеобщая... Это вообще русская культура обращается к наследию древнерусскому во всем. Искусство не уходило из церкви, но оно преображалось, оно менялось в церкви. И потому на рубеже 19-20 века, конечно же, произошел своего рода новый подъем, новая волна такого церковного искусства возникла на базе классицизма, академизма позднего. И, в принципе-то, это была настолько, наверное, высокая волна, что, в общем-то, она задела всех и резонансным образом отозвалась в наше время, потому что у нас тоже рубеж. А ведь мировоззрение рубежа, оно всегда кризисное, оно всегда предполагает, скажем так, взгляд в прошлое. Современники горячо обсуждали росписи нового храма, сравнивая Васнецова и Нестерова со Сведомским и Катарбинским, часто не в пользу последних, а Прахов, словно опытный дирижер, добивался единого ансамбля, единой тональности в украшении Владимирского собора, где у каждого была своя партия и не всегда первой скрипки. Профессор явно преуспел, лишь мятежный гений Врубеля с трудом вписывался в этот ансамбль, но ему и дали сделать менее всех. Сын Адриана Викторовича, Николай Прахов, впоследствии писал: «Обаяние таланта Васнецова, новизна созданных им типов святых и чисто русский иконографический характер творчества, а отчасти незнакомство публики с задачами церковной росписи, сделали свое дело. И имя Павла Сведомского остается в тени или упоминается с упреком в западничестве и картинности. Когда случалось, кто-нибудь спрашивал моего отца, почему он пригласил Сведомского, чья живопись так отличается от Васнецова, он отвечал: Васнецов пишет иконы, а Сведомский – картины, которым молящимся разрешается стоять спиной во время службы. Они один другому не мешают, и разница стилей не нарушает декоративную целость стен собора». В удивительном ансамбле творцов Владимирского собора Павел Сведомский и Вильгельм Катарбинский занимают особое, пусть и не ведущее место. Редчайший случай, когда художники столь тесно сотрудничают, что совместно работают над одной картиной. А ведь Павлу Александровичу помогал еще брат Александр. Всего Сведомским и Катарбинским
выполнено 18 огромных картин и 84 отдельные фигуры. 4 картины созданы ими в сотрудничестве. Конечно, работать рядом с такими гениями живописи, как Васнецов, Нестеров, Врубель, им было невероятно сложно. Да и школы у них были разные, и взаимоотношения порой непростые. Кроме того, большое видится на расстоянии. В те годы того же Врубеля часто упрекали в западничестве. Сведомский и Катарбинский были же попросту художниками-реалистами, старавшимися реально отобразить страстной путь реального человека, но Бога. И вновь, как почти 2000 лет назад, взывает Христос к умершему Лазарю, и погребенный выходит из пещеры могилы. Не стихают крики «Осанна» при торжественном входе Господа в Иерусалим. Но скорбь уже затаилась во взгляде Спасителя. Скоро этот же народ отвергнет его, а Иерусалим будет разрушен. Уже расставлены все точки над «и» во время Тайной Вечери, и установлено таинство причащения. Но даже для ангелов тайна непостижимая. Как хлеб и вино стали телом и кровью Господа? И не кусок хлеба с солью вручает Христос Иуде со словами «Что делаешь, делай скорее», а себя отдает на мучение и смерть. Вот только душа скорбит смертельно, и в Гефсиманском саду трижды молится он Небесному Отцу, чтобы миновала его чаша предстоящих испытаний. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И вот он, суд Пилата. Прокуратор сидел как каменный. Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро чертил на пергаменте слова. С площади сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет 27. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была покрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Впечатление от картин Сведомского и Катарбинского настолько поразят детскую душу киевского гимназиста Миши Булгакова, что впоследствии, став известным писателем, он воспользуется этими зрительными образами при работе над романом «Мастер и Маргарита». Солнце исчезло, не дойдя до моря, в котором тонуло ежевечерне. Поглотив его, по небу с запада поднималась грозно и неуклонно грозовая туча. Края ее вскипали белой пеной, черные дымные брюха отсвечивало желтым. Прошло несколько минут, и на вершине холма остались только эти два тела и три пустых столба. И эти строки Булгакова будто списаны с картины Сведомского и Катарбинского «Распятие». Стремился во Владимирский собор и простой народ, богомольцы, странники, паломники, поклониться Васнецовской Богоматери и ужаснуться его же страшному суду. Подивиться кротким, чистым и почти неземным нестеровским образам. Проникнуться земными страданиями Господа, чьи последние дни так достоверно изобразили Сведомский и Катарбинский.
Этот Христос оказался понятен и народу. Таков Спаситель в русских преданиях, легендах и сказках. Испытывая людей, он просит подаяния и ночлега, изгоняется из богатого дома и находит приют в бедной избе. Мне приходилось бывать в соборе в те часы, когда после службы приходившие толпой в Киев богомольцы осматривали с большим интересом и вниманием все внутреннее убранство церкви. Я видел, как они молились и клали земные поклоны перед образами Васнецова, и с какой серьезностью осматривали работы Сведомского, останавливаясь подолгу перед его картинами. В этой толпе встречались богомольцы по призванию, исходившие пешком, с котомкой за плечами, чуть не все святые места необъятной Родины. Среди них находился кто-нибудь, объяснявший другим содержание картин. Приходилось удивляться той колоссальной памяти и знанию предмета, с какими они объясняли непосвященным все подробности исторических картин Сведомского, сравнивая с виденными в других местах, в разных церквях. Это свидетельство Николая Прахова. Упреки в западничестве со стороны критиков не случайны. В русской церковной живописи лишь в 17 веке Христос стал восприниматься как реальный человек. Новая живописная манера церковных росписей и икон сделала Спасителя и его дело понятным и доступным не только священнослужителям, но и широкой народной массе. По сути, это был мировоззренческий переворот. По идее, мы уже очень большую плату отдали за, извините, вот упреки в западничестве. Для нас это не западничество. Для нас это, в принципе, скажем так, новое осмысление именно священной истории. Несмотря на духовную возвышенность образов Васнецова и Нестерова, живопись Владимирского собора вообще очень реальна. Известны даже определенные люди, с кого списаны те или иные лики, лица и фигуры. Так образ святой великомученицы Варвары списан Нестеровым с лица Эмилии Праховой. Образ Богоматери со Спасителем на руках навеяли Васнецову самые дорогие люди – жена и сын. Для фигуры «Итоги Понтия Пилата» Сведомскому позировал известный публицист Владимир Детлов в наброшенной поверх пиджака простыне. В другой работе художника «Воскрешение Лазаря» в «Старике», с умилением глядевшему на чудо, современники узнавали киевского историка Малышевского. Именно ему принадлежит идея украсить Владимирский собор в духе эпохи, в которую жил креститель Руси. Работая бок о бок не один год, художники порой поневоле влияли друг на друга, дружили, спорили, конфликтовали, мирились. Их в Киеве и звали одним словом – соборяне. Адриан Прахов, в свою очередь, Сведомского и Катарбинского величал варяжскими, а Васнецова и Нестерова – греческими живописцами. Условность и, даже если угодно, шуточность этого деления была очевидной тогда. Противоречивы отзывы о Сведомских в письмах и воспоминаниях Нестерова. Того же Врубеля братья-художники знали еще по Италии. За границей они поддерживали молодого таланта. Известно, что Врубель однажды сделал рисунок «Смоление о чаше» работы Сведомского во Владимирском соборе. А вот эта картина Павла Александровича из экспозиции Сарапульского музея свидетельство уже обратного интереса. И пусть неизвестно, для какой из церквей она создана, это своеобразное эхо совместной работы художников во Владимирском соборе Киева. Мне кажется, вот в этой картине очень
большой акцент сделан на глаза, огромные глаза. И здесь присутствует влияние творчества Врубеля, потому что при росписях Владимирского собора, когда впервые Павел Сведомский столкнулся с творчеством Врубеля, его поразила своеобразная манера письма этого одаренного художника. И вот эти вот бездонные глаза, которые преследовали Врубеля, ну, на протяжении всего его творчества, возможно, пытался передать и Павел Сведомский в своей картине. Огромное влияние оказал Владимирский собор на православную культуру, прежде всего на церковную архитектуру и живопись. Множество копий с работ Васнецова и Сведомского появилось в провинциальных храмах. Десятки церквей на рубеже 19 и 20 столетий выстроены в стиле Владимирского собора. В Украине самые известные из них в городе Глухове. Былая столица малороссийских гетманов в 1802 году получила лишь уездный статус. Глуховский храм святых трех Анастасий объединил несколько веков городской истории, самые славные страницы которой связаны с семьей известных промышленников и благотворителей Терещенко. На их средства и была перестроена, а по сути выстроена заново Трех-Анастасиевская церковь, основанная еще в 1717 году женой гетмана Анастасией Скоропадской. Церковь эта со временем стала семейной усыпальницей Терещенко. Наследники славной фамилии и сегодня не забывают родной город и семейный храм. Мишель Петрович Терещенко уже несколько лет как переехал из Франции на родину предков. И хотя бы раз в неделю приезжает из Киева в Глухов. Храм святых трех Анастасий не только внешне напоминает Владимирский собор в Киеве. Над росписями Глуховской церкви работали Александр и Павел Сведомские. Их кисти принадлежат картины «Вход Господень в Иерусалим», «Суд Пилата» и «Тайная вечеря». Расписывал Глуховскую церковь и другой художественный творец Владимирского собора – украинский живописец Николай Пимоненко. А над иконостасом, увы, не сохранившимся, помимо художника-передвижника Фирса Журавлева, трудился преподаватель Академии художеств Василий Верещагин, выходец из пермской семьи известных иконописцев и живописцев. Отголоски славы Владимирского собора в Киеве докатились и до Российского Прикамья. Здание Елабужского епархиального училища и церкви при нем строились на средства известной купеческой семьи Стахеевых. Украшали училищный храм копии работ Васнецова и Сведомского. Другой прикамский город, Сарапул, с детства был знаком и близок братьям Сведомским. Несколько их работ хранятся в местном музее. В том числе два запрестольных образа «Воскресение Христово». На другом берегу Камы раскинулось старинное село Ершовка. 100 лет назад местный торговец лесом и хлебом Семен Романович Татарских возвел здесь в память об умершей жене Николаевскую церковь. В силуэте ее легко угадываются черты знаменитого Киевского собора. Храм в Ершовке в атеистические годы чудом уцелел. А вот в соседнем заводе Михайловском, родовом имении художников Сведомских, судьба церкви оказалась печальной. Было какое-то, наверное, коллективное сумасшествие, вот, поскольку все это рушили. Видите, на том месте, где был храм, стоит, поставили магазин, поставили на алтаре дом жилой,
в огороде там перекапывали кости, удобряли их по весне, как картошку и кости удобряли навозом, человеческие кости, а там были похоронены самые уважаемые люди того времени. Среди них священники и диаконы Михайло Черниговской церкви, родственники заводчиков Сведомских, их служащие. Одним из последних захоронений при храме стала могила отца Василия Сапожникова. В завод Михайловский он переехал из соседней Ершовки в 1918 году, а через 6 лет умер от тифа. Вы знаете, он был действительно своеобразным человеком. Ну, во-первых, он закончил сначала реальное училище в Сарапуле. Вот. Потом он стал учителем, потом был посвящен, значит, рукоположен в сан, это было в Ахановском уезде. Потом, по смерти своего отца, он поселился в Ершовке. Так вот, отец Василий, например, как человек грамотный, имеющий к тому же еще и светское образование, он по заданию Уральского общества любителей естествознания вел наблюдение за природой, вот в частности, он вел их долго в Ершовке. Мало кто из живущих ныне сохранил в своей памяти красоту Михайло Черниговской церкви и имя ее настоятеля. А вот Мария Степановна Сошникова-Шадрина помнит. Родилась она в 1910 году, еще жив был Александр Сведомский. Девочкой Мария Степановна пела в церковном хоре Михайло Черниговского храма. Когда его ломали, ей было уже 20 лет. Разве забудешь такое? Господи, ой, всякий народ, то есть, знаете, всяко относился. Тот говорит, ой-ой, ладно, а другой, ой-ой-ой. А мы ревом ревели все, которые пешие были у меня, пела я, с которыми ходила на хор в церковь. Так просто мы не знали, что делать. Мы хотели драться. Несмотря на протесты и жалобы, церковь, выстроенную еще Михаилом Гавриловичем Сведомским, отстоять верующим так и не удалось. Кирпичи ее хотели пустить на восстановление пострадавшего от пожара лесохимического завода, но церковная кладка оказалась на редкость прочной. А ныне и завода этого нет. Еще полвека назад предприятие перевели в Амзю. Только все на круги своя возвращается. У бывшей полуразрушенной усадьбы появились новые хозяева, семья Сбоевых. Восстановили барский дом, открыли в нем музей, регулярно проводят сведомские чтения. Сейчас вот думают восстановить Михайло Черниговскую церковь. Не угасла, значит, память о славном роде храмоздателей сведомских. Видно и вправду, все в этом мире сведомо Божьего происходит.